В АБК не могут ограничить движение самокатов и гироскутеров. Эти средства индивидуальной мобильности появились в Хакасии несколько лет назад, но особенно популярными стали прошлым летом. Ездить на них удобно, но опасно. Самокат развивает скорость до 30, а то и 40 км в час. При столкновении с пешеходом беды не избежать. Пока в Абакане трагических происшествий не зарегистрировано, однако в администрацию поступило много жалоб. В городах России проблему решают по-разному. Например, в Москве движение электросамокатов ограничено в парках и скверах. Техника, которую дают на прокат, также запрограммировали на минимальную скорость. В Абакане решение о правилах эксплуатации электросамокатов будет принято весной.